Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Man & Brotherhood. Сегодня у нас новый ролик по проекту Oasis Network. И сегодня, ребята, мы разберем все новости, которые они запостили в своих твиттер-страницах. Первым делом переходим на их твиттер-страницу официального Oasis Foundation с значком, ну то есть их никнейм, собачка Oasis Protocol. Где мы видим, что они рассказывают про все перспективы, которые сейчас происходят с 5-7 августа вместе с более чем 200 ведущими докладчивыми проектами будет свое место в течение 3 полных дней. Вы можете зарегистрироваться, где будет панели ЕМА и семинары по последним инновациям в области смарт-контракта. Вот ссылочка, ребята, регистрируйтесь и ознакомьтесь. Сейчас покажу, как будет примерно происходить регистрация. Итак, ребята, вот так оно выглядит. Здесь вот переводим сразу на русский, не пугайтесь этих всех символов и так далее. Ничего здесь особо трудно нету. Видим здесь Get Tickets и VF Speakers. Видим всех спикеров, с которыми можем ознакомиться. Здесь из Chainlink, из Sintency проекта, из Celsius Network, из SushiSwap и так далее. Тут собралось очень-очень много. Conflux Network, вот Founder тут есть. В CoinKiego тут есть владелец. Даже софаундер блокчейн Microsoft будет выступать как спикер. И очень много тут успешных создателей проектов, владельцев будут выступать. И также, ребята, не забываем подписаться и следить за их Oasis Labs. Это создание высокопроизводительной платформы для самого Oasis Network. Вот ссылочка на Oasis Labs. Вот они тут постят много всяких новостей. Есть вот 23 часа назад. Подключайтесь каждую неделю к нашей новой серии. Те ссылки по ссылок вы можете ознакомиться тут с видео. Вот если нажмете, здесь вам разворачивается видосик с YouTube. Вы можете ознакомиться с ним. То есть канал реально официальный, вот с Oasis. Вот, и можете здесь смотреть эту конференцию, ознакомливаться и искать что-то новое. Вот такой у нас вышел ролик, ребята, по проекту Oasis Network. Надеюсь, видео было информативным и полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.